Советские летчицы для Александры – пример настоящего героизма. В своем танце она показала всю силу духа женщин, которые в годы войны защищали Родину и отдали свои жизни за нее. На эстафете «Салют Победе» Саша буквально выросла, выступила уже на 6 этапах из 8. За это время открыла для себя много нового. Каждый год у нас свои атрибуты, эстафеты. И каждый раз новые. И вот про каждый из них ведущие говорят истории. И, естественно, всю эту историю я узнаю впервые, мне это очень интересно. 8-й этап патриотической эстафеты главы Одинцовского округа, проводимый при поддержке партии «Единая Россия», прошел в Голицыно. На протяжении недели в образовательных учреждениях проходили митинги, тематические выставки и марафоны с главной целью – сохранить память героев Великой Отечественной войны. Символы 8-го этапа эстафеты «Салют Победе», который в этом году посвящен городу-герою Туле, передали в Горское. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».